Напротив входной двери ванная комната. Делать ремонт ванной мы пока что не будем. Проходим в большую комнату, совмещенную с кухней. Комната имеет вид квадрата. В одном из углов вода и канализация. Сверху канал вытяжки. А это значит, кухню мы разместим тут. На существующих обоях слишком много цветов. В комнате есть встроенный шкаф. По своему внутреннему объему он небольшой, но занимает много места. Это из-за того, что его стены из кирпича. Жмите подписаться и на колокольчик для настройки уведомлений о выходе новых серий. Первое, что нужно сделать при въезде в новую квартиру, сменить замки после старых жильцов. В нашем случае цилиндровый механизм еще и заедал. Как заменить цилиндровые замки, смотрите в предыдущем видео. Большая комната разделена на две части – кухонная зона и зона отдыха. Кухонная зона располагается вблизи ввода воды и канализации. Около нее – холодильник. Вместе с холодильником будет стоять шкаф для верхней одежды, поскольку коридор слишком маленький. Небольшой диван стоит около окна. На противоположной стене аквариум, компьютерный стол и телевизор. В маленькой комнате поставим большой шкаф-купе. Ближе к окну диван, детская кроватка и пеленальный столик.